проект на областные деньги. Значит, он прошел экспертизу, и в настоящий момент мы определяемся, чтобы начать работы по следующему году по утилизации ртутных отходов. Договорились сделать рабочую группу, и до конца ноября мы должны результаты этой рабочей группы заслушать, для того, чтобы можно было успеть в национальные проекты, которые начинаются со следующего года. «Чистая страна», например, есть национальный проект, хороший, есть возможность включиться туда в финансирование по утилизации этих отходов.